Год прошел с тех пор, как Управление жилищно-коммунального хозяйства разыскивало владельцев самовольно установленных гаражей в охранной зоне тепловых сетей по улице Устинова. Тогда авария произошла на магистральных сетях. Сегодня аналогичная ситуация, только сети квартальные. И вновь выяснить причины аварии на трубопроводе мешают металлические гаражи. В срочном порядке необходимо убрать 4 гаражных бокса, чтобы квартал и 7 домов были с водой. Ну а на перспективу это практически вся районная, вот эти все гаражи, которые там поставлены вдоль нее, вот этот вот, не знаю, там полкилометра где-то, да, то и более того, 700 метров, 700, 800 под километр, вот это все стоит на тепловой сети, все гаражи. Два гаражных бокса Александра Копанева, расположенных рядом с домом 33 по улице Устинова, пока передвигать не требуется. Они находятся левее теплотрассы, но в будущем, возможно, понадобится убирать и их. Не только без согласования установлены, они еще установлены в охранной зоне теплосети, то есть что категорически воспрещается. Так если бы вот там технику, которая пришла, придет, она, можно отодвинуть сколько и все. Я уже на пенсии, где мне искать? Вы согласны дать разрешение на перенос гаражей в другое место? Да куда деваться-то, если, как говорится, копать буду? Чтобы найти хозяев гаражей, представители УЖКХ обратились в прокуратуру, полицию, администрацию городского округа. Фамилии владельцев двух гаражных боксов уже известны. Их, а также собственников двух других гаражей, ждут в УЖКХ. Надо повесить на свой гараж объявление, как найти этого человека. Его данные, ну, мобильный телефон. Вот. Мы находим этого человека, даем кран и перемещаем его гараж. А там по согласию договоримся, в какое место переместить, чтобы он и нам не мешал, и жителям было удобно. Ну, если не объявятся владельцы гаража, придется перемещать эти гаражи на то расстояние, которое необходимо при проведении раскопок. Другого выхода просто нет. Иначе жители 7 домов по улице Устинова окажутся без горячей воды еще надолго. Проблема самовольно установленных гаражей с бородой. В охранной зоне тепловых сетей гаражные боксы есть на улицах Устинова, Районная и Карла Маркса. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций в будущем, требуются более кардинальные меры, чем перенос гаражей на 200 метров.